7 марта на базе школы номер 12 состоялся концерт, приуроченный Международному женскому дню, с участием воспитанников образовательных учреждений города. Открыл торжественную церемонию заместитель главы города Казбек Демиров. Этот праздник, он олицетворяет, в принципе, и женщину, и весну, так, раскрываются, и лица раскрываются. Женщины, желаю вам мира, добра, тепла, семейного благополучия. Украсили праздник юные дарования, воспитанники Дома детского творчества и таланты детской школы эстрадной песни города Каспийска, которую исполнили песню «Мама» и не оставили зрители равнодушными. Почетными гостями на мероприятии были представители администрации и ведомств города, ну и главными – мамы юных талантов. Асият Умалатова, Амарбек Газиев, новости телеканал «Среда».